Наша история начинается 80 миллионов лет тому назад. Добро пожаловать в позднемировую эпоху. Дейназух. В переводе с греческого «ужасный крокодил». Дейназух был гораздо больше, чем любой современный крокодил или аллигатор. Крупнейшие его представители разновидности в длину достигали 12 метров и весили свыше 8,5 тонн. По внешнему виду он был похож на своих меньших сородичей, имел большие крепкие зубы, предназначенные для захвата и убийства крупной добычи и дробления твердой пищи, а спина была покрыта толстым слоем полусферических остеодерм. Одно исследование показывает, что Дейназух, возможно, жил более 50 лет, вырастая теми же темпами, что и современные крокодилы, но сохраняя способность к росту в течение гораздо более длительного периода времени. Но сегодня речь пойдет не о взрослом Дейназухе, а мы попробуем проследить весь жизненный цикл, весь его путь от хэтча до фулл-адолта с самого начала. Добро пожаловать в Северную Каролину, штат США, 80 миллионов лет назад. Мы видим, как на берегу реки, только что недавно вылупившийся из яйца своей матери Дейназух, лежит и греется на солнце. Да, он еще совсем маленький и слабый. Опасности, которые могут принести ему меловой период, очень достаточно много. Возможно, сейчас этот маленький детеныш лежит и ждет, когда его мать принесет ему лакомый кусочек мяса. Ведь это растущий организм, и ему нужно очень много потреблять калорий. А вот и свежий кусок мяса. Все, что положено и полагается малышу на данном этапе роста. Взрослый Дейназух принес свежего взрослого карнотавра, которым с удовольствием полакомится малыш. Отрывая куски мяса, Дейназухи переворачиваются вокруг себя. Достаточно огромное количество калорий поступило в организм малыша, и маленький Дейназух хочет напиться. Насколько мы знаем, что среди дейназухов существует каннибализм, и поэтому его взрослая мать, адолт, не отходит от малыша ни на шаг, постоянно прикрывая его, потому что опасность может быть абсолютно со всех сторон в любой момент. В особенности к этим рекам любят приходить различные огромные патиют, также полакомиться свежей форелью и напиться воды. Еще немного погревшись на берегу, маленький Дейназух устремляется в воду, оставив мать на берегу. Маленький Дейназух решает немножко поплавать на дне реки и, возможно, хочет половить какую-нибудь свежую рыбу, свежую форель. Растущий организм, да, требует много калорий, повторюсь. Посмотрите, как этот малыш делает свои первые рывки под водой. Он как будто отталкивается и бежит по дну реки. Он довольно-таки быстро шевелит своими задними лапками. А также, по-моему, он еще делает сумасшедшие рывки вперед.
Да, малыш тренируется, и это у него, в принципе, хорошо получается. А вот и, кстати, первый косяк рыб малыша. Он как будто изучает их. Пытается поймать, но у него это не получается. Нет? Вот первая попавшаяся рыба малыша. Довольно-таки быстро Дейназух осваивает охоту. Всплывая на поверхность, он поглощает кусочек рыбы. Организм наполняется новыми силами. И малыш продолжает свое путешествие дальше. Но Дейназуху не стоит отплывать очень далеко от матери. Почему-то мне кажется, что этот малыш сейчас потеряется, и его жизнь наполнится новыми трудностями, которые он должен будет преодолевать один. Дейназух всплывает на поверхность и осматривается по сторонам. Видя и запоминая по запаху, он помнит и вспоминает это место и продолжает плыть дальше по течению реки в поисках рыбы. А вот и, кстати, свежая форель встречается уже в сотнях метрах от него. Ну и что же будет делать малыш? Неужто он будет пытаться поймать ее? Маленькие челюсти, но довольно-таки сильный укус. Посмотрите, как он крадется. Дейназух затаился. Он держит дыхание. Подкрадывается все ближе и ближе. Довольно-таки опасный рывок Дейназуха, который может утащить достаточно большого динозавра под воду. Но данный малыш, кроме маленьких компсогнатов, либо маленьких, подобных себе росту динозавров, единственное, что он может захватить свои челюсти и утащить под воду. Малыш как будто изучает их. Все ближе и ближе подкрадываясь, Дейназух пытается поймать форель. И, кстати, у него это очень хорошо получается. Довольно-таки быстро он убил эту форель. Но так как рыба немного тяжелее самого Дейназуха, он отрывает ее по частям, выходит на берег и съедает по кусочку. Неужто малыш полностью попытается схватить форель и вытащить ее на берег? Нет. У него это не получается, и он продолжает отрывать ее по кускам. Насытившись свежим мясом, детеныш Дейназуха, приоткрыв пасть, лежит и отдыхает на берегу. Со время сна Дейназуха прошло достаточно очень много времени, и малыш осознает, что нужно плыть ближе к своей матери. Дейназух нюхает и принюхивается, дабы найти следы. Да, он чует тот самый кусок мяса, который остался от него в нескольких сотен метров.
где недавно он только что вылупился и пытается отправиться туда. Вернувшись к месту, где буквально с утра была его мать, он видит освежевавший труп Карнотавра, но не видит свою мать. Дейназух начинает паниковать и звать на помощь. Он как будто шипит, когда зовет на помощь. Но здесь уже, наверное, скорее всего, поздно. Мать достаточно далеко уплыла и, возможно, пересекла даже небольшую поляну на этом острове и уплыла вдоль другого течения. Вообще, дейназухи не бросают друг друга в опасности, и обычно взрослая особь сопровождает своего дитя практически до роста саб-адолта. Стечение обстоятельств. Малыш продолжает звать на помощь. Он пытается вынюхать следы, но ничего не получается. Маленький малыш Дейназух понимает, что наступает глубокая ночь, которая принесет в себе достаточно много опасностей, и оставаться на берегу очень опасно, и он просто ложится на дно, набрав достаточно большое количество кислорода, и пытается здесь как можно дольше оставаться. Наступила глубокая ночь, и наш маленький Дейназух иногда всплывает на поверхность набрать кислорода и уйти обратно на дно. Дождавшись рассвета, скорее всего, Дейназух продолжит поиски своей матери. Дейназух очень чувствителен к колебаниям в воде. А также он слышит различные звуки, которые происходят на поверхности, и неподалеку от него он чувствует всплески воды. Что за существо пришло на водопой? Малышу становится очень интересно, и он ближе подплывает к берегу. Судя по маленьким ножкам, стоящим на побережье реки, это, скорее всего, дриозавр. Это будет его первая жертва, которую он примет на завтрак. Ему нужно насытиться. Он вспоминает те моменты, когда он пытался поймать огромную форель. Он также подкрадывается, но уже намного тише и спокойнее. Один хват челюстями, затащить дриозавра под воду и задушить его. Огромная сила челюстей. Очень огромная сила в ньютонах. Поэтому не нужно даже топить этого дриозавра под водой, чтобы он задохнулся. Это всего лишь такое же маленькое существо, как он, нежели если бы это был какой-нибудь тонантозавр. Малыш начинает лакомиться кусочком свежего мяса. Он полностью разжевал и проглотил этого мелкого дриозавра. Дейназух насытился и продолжает лежать на краю реки. Проходят дни, проходят недели,
И Дейназух, в принципе, спокойно выживает в одиночестве. Также ловит, старается различных мелких динозавров, подходящих к водопою. Пытается, и у него, в принципе, хорошо получается ловить небольшие косяки рыб, большую форель. Достаточно огромное расстояние Дейназух проделал за это время, и он выходит к краю какого-то болота. Болото, где, возможно, обитают Дейназухи, где, возможно, есть его сородичи, где, возможно, есть его мать. Он все равно может ее узнать по запаху. Наш Дейназух слышит крики других Дейназухов. Завидев огромного Дейназуха на берегу, он пытается подойти к нему. Но насколько мы знаем, что среди Дейназухов существует каннибализм. По нюху малыш чувствует, что это не его мать. Но, возможно, этот Дейназух не будет грозным и опасным и примет нашего Дейназуха в свое патти. Малыш с осторожностью оплывает его, пытается принюхаться, подает знаки внимания. Но, по-моему, тот Дейназух не очень-то и гостеприимен. Насколько мы видим, он не дает выйти к берегу и подойти к нему. Другой Дейназух очень агрессивен и не дает подойти. Малыш пытается дать знаки внимания, проявить дружелюбность. Но большой Дейназух, по-моему, начинает охоту. Если этот каннибал его схватит, то жизнь на этом малыша закончена. Скорее всего, малышу сейчас очень везет, потому что Дейназух очень стар, и у него не хватает стамины догнать нашего Хэтча. Нашего Джува даже уже. Малыш пытается маневрировать и уходит глубже на дно. Очень крупно повезло, что Дейназух его не заметил. Джу пытается уйти еще глубже. Он просто замер на дне. Джув будет дожидаться того момента, когда Дейназух уйдет, уплывет достаточно далеко отсюда. Наступил вечер, и наш Джув пытается всплыть на поверхность. Вроде бы опасность миновала, и тот старый Дейназух, агрессивный и опасный, возможно, уплыл и ушел далеко отсюда. Дейназух не чует никакой опасности, всплывает на поверхность и пытается уйти прочь подальше от этих болот, обратно к реке. Где-то поблизости раздались крики карнотавра. Судя по крику, Дейназух определяет, что это полувзрослый карнотавр. Дейназух начинает смотреть в оба. Скорее всего, карнотавр отбился от стаи.
Дейна Зух тут же уходит под воду. Лишь иногда всплывая. А вот и его жертва. Нет, это всего лишь Джуф Карнотавр. Карнотавр начинает агрессировать. Что же произойдет между двумя этими динозаврами? Карнотавру достаточно хорошо досталось, и он уже истекает кровью. Дейназуху всего лишь надо сделать и предугадать хороший момент для последнего удара по Карнотавру. Это была огромная ошибка Карнотавра. Лобовое столкновение. Ну что же, ну малышу теперь будет огромный кусочек мяса, которым он сможет полакомиться и прожить еще свой день. Взяв кусок мяса, огромную тушку Джува, он уносит его под воду. Проходят года, и наш Дейназух достаточно вырос и достиг возраста Апекса. Он уже не настолько маленький и уже готов сражаться с наиболее большими динозаврами. Его масса уже около 2,5 тонн. И теперь Дейназух находится в поисках спаривания. Он пытается найти самку для продолжения рода. Кстати говоря, наш Дейназух все это время, всю свою продолжительную жизнь обитал на той реке, где когда-то он вылупился с яйца. Ну, а также, насколько его организм становится все больше и больше, ему нужны большие калории. Поэтому Дейназух пытается уже выискивать других динозавров по своему росту, по своей силе и умению. И хороший шанс ему подвернулся в виде стегозавра. Но стегозавр намного сильнее нашего Дейназуха и наносит очень большой урон. Одному в соло ему, возможно, будет не справиться, но Дейназух будет пытаться хотя бы укусить свою жертву, наблизить ей, и потом, когда жертва умрет от потери крови, будет раздирать ее по кускам. Дейназух пытается что-то сделать. Но он немножко не понимает, что не стоит этого делать в соло. Ну что же, это будет, по-моему, сражение. Дейназух получает огромный урон, получает огромный блит. И он уходит просто во свояси. Да, стегозавру нанесен некий урон, но Дейназух пытается скрыться, потому что он понимает еще пару ударов, и это будет смерть для него.
Стегозавр отступает в освояси, Дейназух также отдаляется. И теперь ему нужно долгое время, чтобы восстановить блит, восстановить силы. Это была жертва не по его зубам. Тем более в одиночку. Прошло пару дней. Наш Дейназух питался мелкими динозаврами, такими, какими он питался в своем детстве и юношестве. Дриозавры, мелкие ютарапторы, большие косяки рыб, форель. Он вроде бы залечил свои раны, и сейчас Дейназух наш вновь голоден. К этому водопою постоянно сходятся другие, меньшие динозавры, апексы и прочее. И сейчас наш Дейназух учуял новые колебания в воде, и это, скорее всего, тенантозавр. Да, это взрослый тенантозавр, который пришел напиться воды. И Дейназух пытается выкрасть время, подобрать удачный момент, схватив Тенонта и затащив его под воду. Но здесь мелководье. Что же будет? Какой шанс у Дейназуха? Дейназух начинает охоту. Схватив свою жертву, он уходит под воду. Но тенантозавр пытается вырваться. Тенантозавр вырывается. Дейназух пытается схватить свою жертву вновь и затащить под воду. У Тенонта нету шансов. Но Тенонта просто убегает. Дейназух в ярости вновь хватает Тенонтозавра и вновь уносит под воду. И держит свою жертву до конца под водой. Но у Тенонта вновь вырывается. Дейназух делает опрометчивые шаги, выйдя на побережье. Тенонта пытается нанести пару ударов Дейназуху. Оглушающие удары Тенонта. Они немножко сводят с ума Дейназуха. Но удары Тенонта не настолько сильны, чтобы нанести хороший урон Дейназуху. Тем более тенантозавр истекает кровью. Тенонта мертв. Пару заключительных укусов от Дейназуха, и тенантозавр умирает в этой схватке. Это большой лакомый кусочек для нашего Дейназуха. Он выносит свою жертву на берег и просто разрывает ее на куски. Наступает период спаривания, и наш самец находится в поисках самочки. В поисках продолжения рода. Самец пытается понюхать. И он чует чьи-то следы на берегу. Это другой Дейназух. Он пытается аккуратно подплыть.
И он распознает, что это дейнозух другого пола. Это самка. Более желтоватый окрас. Ну, вообще, дейнозухи по своей сути приносят самочкам приданное в виде кусков мяса. Самец аккуратно пытается подойти к самке, взывая дружелюбными криками. Самочка также отвечает дружелюбными криками, и два вида подходят друг к другу. Ну что же, вот теперь новое семейное ложе в семействе дейнозухов. Отложив яйца, дейнозухи продолжат свое потомство. Но это будет уже совсем другая история.